показываю курточку. Тоже новинка. Конечно, кожа-заменитель. Полиуретан, да, покрыта. Вот она так вот сделана, тиснение под кожу змеи и рисунок под кожу змеи. Ну, эта вещь сшита достаточно хорошо, я вам хочу сказать. Вот так вот она выглядит. Замочек косой. Можно так. Есть кармашки. Кармашки на молнии тоже. Можно ее застегнуть вот полностью. Вот такая вот она будет закрытая. Будет так выглядеть. Кому нравится вот такая вот коротенькая косая застежка, то покупайте. В общем-то, качество неплохое. Сшито неплохо. Кто любит натуральную кожу, тому не подойдет.